Здравствуйте, уважаемые зрители! Очередная приманка для ловли круглый год. Имитация мотыля. Вяжется она с помощью вот такой силиконовой резиночки красного цвета с сегментацией люрексом. Приступим. Так как мы будем ловить в придонных слоях, мы его немножко огрузим. Промажем клеем. Не доходя до колечка пару миллиметров, отрезаем наш свинец, заделываем края, промажем сейчас клеем и будем крепить наши материалы. Есть. Теперь крепим вот такой. У меня есть люрекс типа Юнимуляр, но несколько тоньше. Это украшение было елочное. Проматываем. Подтянули, берем наш резиночку и также крепим здесь. Результативность поклевок резко возрастает, если оставлять вот такой кончик силикона. Поэтому я креплю, стараясь в одной точке, оставляю край резиночки. Приблизительно обрежем потом пару сантиметров. Лишнее мы отрежем всегда. Закрепили, теперь поднимаем нашу резиночку вверх и аккуратно проматываем по всему телу, выравниваем и придаем немножечко форму. Где неровности убираем. Желательно так, чтобы слой нашей нитки, которая является подложкой, был достаточным по цвету. Почему я беру белую? Потому что силикон проявляется при намокании. И видно будет нашу потом свинцовую огрузку. Аккуратно проматываем.
И возле колечка делаем узел, чтобы наша нитка нечаянно не распустилась. Можем даже ее отрезать. Теперь промазываем полностью, ставим в удобное для намотки положение крючок, промазываем клеем. И начинаем намотку. Вначале я делаю пару полных оборотов возле хвостика и по спирали, не сильно натягивая нашу резинку, начинаю проматывать тело. Следим за тем, чтобы не было пропусков. Поворачиваем себе как удобно крючок и проматываем. Не доходя до колечка, мы берем другую нить, держим натяжку нашу резинку и крепим другую нить. Прихватываем наш силикон. Натянули и остаточки отрезали. Теперь можем спокойненько здесь промотать. Промотали. Посмотрели, все у нас красиво, все у нас ровненько. Поставили в удобное для нас положение. И теперь по телу, стараясь попасть в наши виточки с равным шагом, мы начинаем обматывать нашим люрексом. Крепим люрекс у колечка, остатки отрезаем.
И теперь ставим крючок в удобное для нас положение и формируем здесь головку. Делаем завершающий узел. Вот. И я сразу подравниваю на нужную мне длину. Отрезаю красный вот хвостик, сделал вот такой. И теперь лаком покрываем полностью всю нашу мушку. Так. Вот, этого достаточно. Подождем, когда высохнет наш лак, и наша мушка, которая искусственный мотыль, готова. Спасибо за внимание.